Всем привет-привет! Вы снова на канале «Интернет и деньги». Знаете, до Рождества еще далеко, но у меня уже настроение праздничное. Все потому, что я нашел один интересный проект, глядя на который сразу поднимается настроение и ощущение праздника. Давайте покажу, о каком проекте я говорю. Я говорю о проекте «Christmas Story». Очень классный проект, классный дизайн. Вот, как видите, падают снежиночки, их можно убрать, вот, жмакнуть здесь на снежиночку, но с ними все-таки интереснее. Также можете включить музыку и все это дело делать под музычку. Вот, админ, если ты меня слышишь, то большущее тебе спасибо за такой проект, который, просто глядя на него, поднимает настроение. Вот, так что дай тебе Бог, админ, здоровья, и чтобы твой проект жил долгое время. Ну что ж, давайте теперь посмотрим на сам проект. Суть заработка в проекте: вы покупаете игрушки, и на каждой игрушке вам начисляются проценты. Самая дешевая стоит $1, доходность от 0,7% в час. Самая дорогая у нас $100, доходность от 0,15% в час. Вот, как видите, это низкодоходник, поэтому есть надежда, что проект все-таки проживет долгое время. К тому же при выводе средств проект забирает себе 5%, так что будем надеяться, что админу это выгодно и он не соскамит этот замечательный проект. Участники заработали уже $1,262, участников 1,174. Вот тут можете посмотреть последние начисления по проекту. Вот здесь логин того, кому начислено, действие начисления и сумма, которую начислилась. Есть два языка пока, русский и английский. И вот, как видим, есть кнопочка германский, но пока она еще не активна. Но будем надеяться, что его добавят. Хотя нам все равно, главное, что есть русский язык. Есть группа ВКонтакте. Вот группа ВКонтакте, можете посмотреть. Уже 140 человек в группе. Вот тут есть основные правила проекта. Ну, в принципе, на самом проекте можете перейти. Вот FAQ почитать, вопрос-ответ. Тоже узнать много информации. Вот тут видеоотзывы участников, можете посмотреть о проекте. Смотрите, здесь у нас целая куча видео, которые я вчера пересматривал, чтобы убедиться в том, что проект платит. Кстати, вот как раз в этой группе нашел одного человека, написал ему, и он написал, что проект выплачивает все как положено. Ну и есть еще одно обсуждение, отчеты о выплатах. Тут люди выкладывают свои скрины. Давайте перейдем в конец. Что ж, смотрим, сегодня 8.54. Так, это страховка. Так. Вот, смотрите, Сергей Казанцев что написал. Стал тысячным участником, админы спасибо за сотку. Вот, у него на балансе $100. Я так понимаю, что администрация дала ему $100 на бонусом за то, что он стал тысячным участником. Это значит, что проект должен развиваться. Ну и вот последний вывод. Александр Николаевич сегодня 14.38 плюс $1.28. Как видим, люди выкладывают свои выплаты. Ну и отзывы также можете посмотреть на самом проекте. Вот здесь жмакают на отзывы. И вот последний отзыв. Вот $1.28, 28 ноября, 15.31. Ну что ж, давайте теперь перейдем в кабинет. Посмотрим, что у нас там внутри. Вот так выглядит наш кабинет внутри. У нас здесь есть три баланса, это свободные средства. Отсюда вы будете выводить денежку, активные средства, те, которые в работе, и прибыль в час, то есть по расчету ваша прибыль. Вы тут можете выбирать любой тариф для себя. Например, если загоняете по $10, то можете купить либо одну либо свечку за $10, либо два шарика по 5, либо снежинок покупать. Вот тут эти ползунков можете регулировать. Тут внизу будет прибыль, ну, и смотреть, как более выгодно вам сюда вложиться. Вот. Кстати, вчера в одном ролике один человек показал, что если у вас, например, работают средства,
Вот, да, вот вы загнали, например, $5, купили шарик, они у вас работают. Дальше вам на баланс начислилось уже проценты. Вы просто можете сделать вот так. Опустить все это дело вниз, чтобы был 0. Жмакнуть вот тут сохранить. И ваши средства будут на свободных, и вы их сможете обратно вывести, что тоже хорошо. Ну вот есть кнопочки баланс, операции, настройки, рефералы. Ну, кстати, о настройках. Настройки вам надо перейти и сохранить платежные данные. Вот тут платежки есть у нас: Advanced Cash, Perfect Money, Payeer, Nix Money, Bitcoin и Kiwi. Этими платежками вы можете пользоваться для пополнения баланса и для вывода средств. Ну что ж, давайте я загоню сюда минималочку. Это $1. Так, у меня на перфекте как раз $1.24. Буду пополнять с перфекта, хотя обычно я работаю с Payeer, но сегодня решил с перфекта. Так, давайте жмакнем пополнить баланс. Выбираем сумму $1. Выбираем Perfect Money. Так, да, выбрали. И жмакаем пополнить баланс. Так, $1. Нажимаем сделать платеж. Так, я уже забыл, как с перфекта это делается. Как говорят, будем следовать инструкциям. Так, 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 все правильно. 1 цент у нас комиссия. Ну что ж, подтверждаем платеж. Так, и продолжить. Платеж завершен. Вот, как видим, свободные средства у нас $1. То есть я могу его сейчас вывести назад, но получу уже 95 центов, потому что 5 центов берет себе сам проект комиссии. Так, как к нам вернуться? Наверное, баланс. Так, да, все это на кнопочке баланс. Ну что ж, за $1 я могу купить только одну снежинку. Давайте введем тут одна снежиночка. И какой расчет? О, конечно, зарабатывать мы тут будем совсем мало. Вот, но все-таки пускай будет хотя бы так. Нажимаем сохранить изменения. Вот, как видим, активные средства. Сколько прибыли будет в час. И потом вот тут будут начисляться свободные средства, которые я смогу выводить. Партнерская программа здесь тоже присутствует на проекте. Она в размере 5%. То есть, если ваш реферал пополнился, например, на $10, 5% $10 будут ваши. Ну, сколько это будет, можете посчитать сами. Кстати, да, забыл сказать, когда проект стартовал. Я уже сам забыл, пару дней назад. Давайте посмотрим в группе. Там должно быть. Так, вот, 21 ноября уже могла быть регистрация. Вот, но старт, по-моему, состоялся, кажется, 22-го. Вот. Ну, в общем, проект работает всего 5 дней. Очень интересный проект. Да, вот, кстати, вспомнил. В группе есть конкурс репостов, праздник приближается. Все это дело можете здесь тоже почитать. Так, окончание конкурса 31 ноября. То есть через 3 дня будет окончание конкурса. Вот, что вам надо сделать, я объяснять не буду. Ну, понятно, что сделать репост. Все это дело почитаете. Скажу вам только о призах. Первое место $30, второе $20, и третье место $10. Извиняюсь. Вот, тоже неплохие призы. Вот. Ну что ж, пока я о проекте рассказал все, что хотел рассказать. Ссылочка на проект будет в описании, но не забывайте, что всегда в таких проектах присутствуют большие риски. Вот, но с такой процентной ставкой, я думаю, что проект должен себя показать. Вот, но все равно не забывайте о правиле свободных денег и распределяйте свои риски. Помните, что все решения принимаете вы сами. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, спасибо, что были на моем канале. Кому видео понравилось, ставим лайк.
Подписываемся на канал и до новых встреч.